Всех с праздником, с каким? Новым годом! Все правильно. Я так понимаю, я пришел вам подарки дарить? Да! Ну, для этого мне нужен особый человек, который будет вам их дарить. Позовем. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, родители, бабушки, дедушки, ваших внуков, внучек. Сегодня мы собрали вас, участников нашего конкурса, который мы провели на лучшее письмо для Деда Мороза. Кстати, вот он, Дед Мороз, который, да, читал ваши письма. Вот, почти порядка 1000 писем поступило на адрес Деда Мороза. Дед Мороз внимательно их всех прочел и, соответственно, сделал выводы, кто из вас лучше. Все лучшие приглашены уже сегодня. Что от себя могу сказать? Я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, Рождеством Христовым. Пожелать вам, детвора, чтобы вы учились еще лучше, чем в прошлом году, слушали своих родителей. И чтобы вам было в следующем году написать Дедушке Морозу, что вы делали. И чтобы опять занимали призовые места. Очки для зрения. Знаковской Оли. Надеюсь, правильно прочитал фамилию Оля. Олеся? Где у нас Олеся? Олеся. Вот Олеся, конечно, можно даже поддержать победителя. Да, просила Дедушке Мороза очки для зрения. Спасибо, здоровья и здравия. Дальше у нас военная энциклопедия. Ничего себе, Владик такую пожелал. Вот не могу фамилию прочитать. Бубаракшин. Подходи. Вот большой подарок, военная энциклопедия. Как ты и просил. Поздравляю тебя. Давай. И кто там у нас еще, Дедушка Мороз? Я, наверное, таких слов не знаю. Анатомия. Энциклопедия. Да? Так? Да. Да. Дед с юмором. Так. Ну а как без юмора? Будем изучать человека. Это кто? Это удивительно, Алина. Конечно. Познание. Аникеева Алина. Аникеева Алина. Ты это хотела? Поздравляю тебя. Давай, пиши дальше дедушке Деду Морозу письма и выигрывай. Вот это у нас первое, три места призовых самых лучших. Кроваренко Никита. Вот он. Порецкий Женя, прям узнали письмо. Замела метелица в горах. Мамутович Леонид. Такое бывает. Не спрятаться, не сбежать. Значит, будем елочкой наряжать. Апельсины, яблоки. Новый год, ну веселый праздник, поэтому веселее. Прячем потихоньку. Иди сюда, иди, иди, на, держи. Дорогие наши гости, я искренне поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам только огромного счастья, мирного неба, здоровья крепкого. И чтобы 17-й год принес нам только удачу, счастье, благополучие, всех благ и исполнение всех ваших желаний. С Новым годом! Спасибо. Кар-кар-кар, приходи на карнавал. Дед Мороз уже в пути, но не может к нам прийти. Он игрушки растерял, к нам Снегурочку позвал. Как растерял? Шок. Немножко нашел. Копеечка, рассказывай. Под Новый год, открываются все сказки. Спасибо, Дима. Новым годом, счастьем. Сказки.
Давай, рассказывай. Новым годом. Жила была елочка, лесу она вошла. Зимой лето стланая, зеленая была. Моя любимая песня, молодец какой, а? Подарок. Стишок, пиши, скажи, извините, мы же люди. Громко только наступило. Здравствуй, Дедушка Мороз. Спасибо. Ты ответь нам на вопрос. Как решить вопрос войны? Дети просят тишины. Не хотят игрушек больше. Мир теперь всего дороже. Ты игрушек накопи, вместе с миром подари. Мы подарим вам весь мир. Ёлка, дед, ну вот вопрос. Я же Дедушка Мороз. Зимние сумерки, нянины сказки. Саша любила поутру салазки. Саша садилась и дело стрелой. Полный час из горы ледяной. Няня кричит, не убейся, родная. Саша салазки свои погоняет. Весна мчится на полном бегу. Саша салазки и Саша на него. Выльется косы, расстрелится шутка. Снег отряхает, смеется голубка. Ни до ворчания няни седой, любит она ее смех молодой. По Новый год, по Новый год сбываются все сказки. Олень и волк по Новый год гуляют без опаски. Пусть говорят, такого нет, такого не бывает. Кружится в небе белый снег, кружится в небе белый снег. Теперь и укрывает. Пушки, книжки, пустый чай, хорошо. Новый год, детишки, в гости елка нам пришла, детям радость принесла.